В минувшие выходные состоялась товарищеская встреча между хоккеистами клуба «Алматы» и их фанатами. Болельщики сумели дать отпор своим кумирам. Были организованы 4 конкурса. Это и пробитие буллитов, и различные эстафеты. Еще болельщики сумели сыграть в одной команде вместе с профессионалами. Большая благодарность нашему фан-клубу, который нас поддерживает на протяжении всего сезона. Вот, поэтому мы решили сделать для них праздник и шоу, которая как бы позволит им приобщиться к своим любимым игрокам. Алматинские хоккеисты ставят перед собой только высокие задачи, пока подопечные Игоря Назарова занимают 6-е место в турнирной таблице. Но впереди еще половина сезона, отмечают игроки, а значит, шансы на чемпионство остаются. Айжан Курмашева, Бахаджан Нурпиисов, спортивные новости, телеканал «Алматы».